Всем привет, друзья! Наш мир становится все более сложным в совокупности с человеческими отношениями, взаимоотношениями, животными инстинктами, которыми люди обладают. Желание есть еду, доминировать и размножаться. Ко всему этому еще добавилась куча технологических вещей, которые тесно вплелись в жизнь человека, и автомобиль у парня уже является частью его системы доминирования. Крутой автомобиль у парня говорит сам за себя, что этот парень не так глуп и смог чего-то достичь. В автомобильной технике, да и другой технике, куча различных компонентов, без которых автомобиль не будет совершенным. Можно, конечно, построить простой двигатель внутреннего сгорания по технологии 50-летней и 60-летней давности, без использования современных технологий, но тогда он будет отставать в конкуренции между другими двигателями. И мы уже не можем обойтись без какого-то малюсенького компонента, штриха в двигателе автомобиля. Когда автомобильный двигатель ремонтируется или производится, цилиндры внутри шлифуются. Поверхность внутри цилиндра шлифуется определенным образом. Или до зеркала, или специальной штриховкой. Эта специальная штриховка, этот процесс называется ханингование. Что это такое и что в этом интересного? Чтобы не выбрасывать блок цилиндра двигателя после износа, цилиндры какого-нибудь старого автомобиля растачивают. И чтобы убрать все грубые проходы, резцом по поверхности металла цилиндра применяют ханингование поверхности. То есть ханингование – это не полирование, а это как бы нанесение такой микросетки полосок на стенках цилиндра в определенной последовательности в клетку. Что такое хон? Это поперечные риски на поверхности цилиндра. Эти риски хон делают специальным оборудованием, то есть шлифуют специальным камнем. Бывают три размера пластинки шлифовального камня. Например, 600-й камень. Это делается для того, чтобы потом поршневые кольца на поршнях лучше приработались. С цилиндрами, то есть убираются беспорядочные зазубрины и наносятся мелкие шероховатые упорядоченные риски, называемые хоном. Если мы с вами думаем, что зеркальная поверхность на стенке цилиндра двигателя внутреннего сгорания – это круто, то это не так. Если внутри цилиндра поверхность зеркальная, без рисок – это плохо. Почему? Да потому что масло не задерживается на стенке гильзы. Гильза зеркальная, скользкая, и масло очень быстро стекает, когда поршень работает вверх-вниз. И если на стенке цилиндра нанесен хон, то и задиры крупные не будут появляться на гильзах внутри цилиндра из-за обильного количества масла, которое уже хуже стекает за счет хона. Когда двигатель подходит к концу своего ресурса, хон исчезает со стенок, и хон превращается в отполированное зеркало. На цилиндрах масло становится меньше, плохо держится, и ему не за что цепляться. Вот так, кстати, выглядит готовый блок, который прошел ханингование, цилиндр. Как видите, у него как бы такие порядочные полоски. Из-за того, что со временем пропадает хон на стенке цилиндра, изнашиваются поршневые кольца, потому что масло становится меньше и возрастает расход топлива. Обычно ханингование проводят на специальном станке, но можно купить и специальную насадку на дрель, например, или шуруповерт, и медленными вращениями проходят вверх-вниз внутри гильзы. Но дрель при ханинговании нужно держать строго ровно, дабы не допустить повреждения гильзы. Однако на некоторых автомобильных редких двигателях с завода на стенках цилиндров именно зеркальная поверхность. Почему хон лучше? Он не лучше и не хуже, просто ханингованная поверхность, она технологически проще в производстве блока цилиндров и дешевле. Если отказаться от производства хона, то придется больше тратиться на конструкцию поршней, чтобы поршни были более сложнее, технологичнее и более эффективнее смазывали стенки цилиндров. Также, если стенки цилиндров зеркальные, а не ханингованные, то нужно будет масло подавать через сопла на зеркало цилиндра дополнительно. Также, чтобы внедрить зеркальную поверхность в цилиндре, нужно еще и изменять форму компрессионных колец, особенно верхних компрессионных. То есть кольца нужно делать не зеркальные, а с рисками, различными углами заточки. Короче, кольца нужно изготавливать более сложной формы технологически.
с разными углами заточки на краях. Поэтому автопроизводители сильно не запариваются и отказываются от зеркала и применяют хон – ханингование поверхности цилиндра двигателя. Ханингование – это абразивное шлифование поверхности с целью нанесения упорядоченных рисочек, шероховатостей. Ханингование – это финальная стадия обработки стенки цилиндра гильз. После капитального ремонта двигателя, например, после расточки, то есть двигатель растачивается в нужный ремонтный размер и наносится хон. Причем ханингуют не только цилиндры, но и постель коленчатого вала и втулки шатунов. Также ханингование делают еще и с целью выровнять форму цилиндра. Приблизить геометрическую форму к идеальной. Даже самый качественно выточенный цилиндр все равно имеют погрешность. Форма у цилиндра слегка овальная, а должен быть цилиндр круглый. Или даже имеет конусообразную форму слегка. И небольшая погрешность, например, конусообразная, ведет к тому, что снижается компрессия внутри цилиндра. То есть точность притирки ходом, она выше, чем обычная расточка расточным шлифовальным инструментом. Когда проводят ханингование, то кольца поршневые намного лучше прилегают к стенкам цилиндра. И именно получение такой шероховатости на стенке, правильная насечка на стенке цилиндра обеспечивают то, что масло лучше удерживается на стенке цилиндра. И следовательно, нет сухого трения цилиндра и поршня. Ханингование – это равномерное снятие микронного слоя металла. Чтобы сделать ханингование, используют инструмент хон. Хон вращается по кругу и еще и делает возвратно-поступательные движения вверх-вниз. Обработку делают со специальной смазывающей охлаждающей жидкостью, керосин, например. Ханингование равномерно давит на стенки цилиндра, штриховка хона должна быть нанесена под углами 60 градусов. Хон – инструмент – это специальные бруски, бруски бывают разные по степени шероховатости. Выставляется нужный наружный диаметр и начинается ханингование. Ханинговальная головка крепится муфтой к стальному штоку, сам шток закреплен в патроне станка, который и задает алгоритм движения хона. Также в гараже можно использовать самодельные ханинговальные инструменты, гибкие ханинговальные щетки по типу ёршика. На концах ёршика шлифовальные камушки на пружинках. Или трехлапые шлифовальные камни фиксируются в патроне шуруповерта или дрели. Но домашнее ханингование очень нежелательно, ведь сложно достичь нужной упорядоченной шероховатости. Нужен специальный станок, потому что нужна амплитуда и характерное движение при ханинговании поверхности. Усилие нажима камня шлифовального на стенки гильз. Цилиндр двигателя, когда изнашивается, он приобретает овальную форму, если изначально он был круглым. На стенке цилиндра образуются задиры, царапины, и если много задиров, то нужно делать капитальный ремонт двигателя. Двигатель растачивают до ремонтного размера, но чтобы сохранить правильную форму и шероховатость, применяют ханингование. То есть полирование и притирка идут раньше, чем ханингование. Ханингование – это заключительный этап. После правильного ханингования цилиндр, мотора и поршневые кольца быстрее прирабатываются и меньше изнашивают двигатель. Повышается компрессия и увеличивается срок службы двигателя. Ханингованную сетку можно увидеть лишь при тщательном рассмотрении внутри цилиндра. Используют мелкозернистый абразив, камень, керамические или алмазные бруски. Есть даже такие шлифовальные станки алмазными абразивами, как De La Pena, AMC Show и Serdi. После ханингования двигатель тщательно вымывается. В конце обрабатывают абразивной пастой. Но также применяют и лазерное ханингование, например, в дизельных двигателях. Лазер не снимает верхний слой металла, а импульсами испаряет часть поверхности металла и получается маслоудерживающие карманчики. И в таком случае двигатель получает огромный ресурс, до 75% увеличивается срок службы дизеля. Например, мотор 3.0 дизель от Audi, в нем применили лазерное ханингование, там чугунные цилиндры.
Чугун обработан так, что снижен износ от трения и расход масла снижен по сравнению с другими моторами, и снижается расход топлива. Лазер расплавляет поверхность до 2 микрометров глубиной. При этом получается металлопаровая плазма, под давлением которой в месте плавления внедряется азот. По окончанию лазерного импульса поверхность мгновенно твердеет в нанокристаллическую структуру. Эта поверхность под давлением получается словно керамическая. Образуется нанокристаллическая пленка и сфера нитридов и карбидов. Ханингование применяется в машиностроении, а также обязательно в пневматике и гидравлике. И авиастроении. Раньше двигатели ханинговали до нужного размера, потом с использованием колец притирались стенки цилиндра. Сейчас же блоки цилиндра очень тонкие, с тонкими стенками, и применяются поршневые кольца низкого трения. Поэтому нужно ханинговать поверхность цилиндра, близкая к уже приработанному, еще до первого запуска двигателя. Иначе двигатель начнет расходовать масло, и уже его никогда правильно не притереть. То есть, чем больше полосочки будут похожи, чем те, как будто стенки цилиндра уже приработались с кольцами поршней, тем меньше будет износ впоследствии. И двигатель будет дольше служить. На заводе используют плазмомолибденовые и хромовые кольца для притирки, поэтому сами кольца не нуждаются в притирке, приработке. Алмазные бруски для ханингования более агрессивные, чем кремниевые. С ханингованием алмазами получается больше задиров, чем с кремниевыми щетками. То есть щетки с карбидом кремния. Однако можно сколько угодно делать самое гладкое ханингование поверхности блока цилиндра, но нужно, чтобы еще и поршневые кольца были гладкими. В стандартный набор поршневых колец для притирки входят кольцо 1,2 мм, второе кольцо 1,5 мм и масляное кольцо 3 мм. Из-за того, что современные поршни имеют более короткую юбку, на поршне остается не так много места для колец. Поэтому при смене колец нужно использовать как можно более широкие кольца. Чем шире кольцо, тем дольше оно изнашивается. К тому же производители двигателей до сих пор используют чугунные кольца, но современные двигатели используют кованные кольца из чугуна и стали. То есть именно эти кольца применяются при финишной обработке поверхности. Также некоторые двигатели делаются с поршнями с покрытием молибдена, и почти у них нет зазоров в цилиндре. Это, конечно, снижает шум работы двигателя, но такие поршни с молибденовым покрытием требуют хорошего смазывания, а также гладкой поверхности и хорошей геометрии. Если этого всего нет, начнутся со временем проблемы. В общем, как бы там ни было, чем проще двигатель, тем проще. Ханингование по-научному называется плосковершинное ханингование. Его делают щетками или брусками с использованием алмазов. Спортивные моторы ханингуются также алмазными брусками и щетками. Однако алмазы необходимо править после каждых 50 двигателей. Это не очень простая, но необходимая процедура. Алмазы сейчас для ханингования становятся популярны, потому что они дают более точный результат с наименьшими усилиями. Однако нужно применение специального станка, иначе ничего не получится. При ханинговании алмазными насадками нужно применять охлаждающую синтетическую жидкость, чтобы избежать перегрева цилиндров. Сначала ханингуют алмазными брусками, потом финишная ханинговка происходит алмазными щетками. А чтобы повторить условия при реальной работе двигателя, понять, как деформируется цилиндр при работе двигателя от нагрева и от температуры, надевают специальную головку на блок цилиндра. Получается при этом более круглые отверстия и лучшее уплотнение колец. Но смоделировать температуру не так-то просто. Также применяют горячее ханингование, это когда подается горячая охлаждающая жидкость через блок. В результате получается лучшая геометрия. А вот лазерное структурирование поверхности цилиндров – это когда мощнейший лазер прижигает канавки и углубления на поверхности цилиндра для лучшего маслоудержания. Лазерное структурирование улучшает уплотнение колец и снижает жор масла. Продлевает жизнь колец до 50% по сравнению с обычным ханингованием. Лазер создает микрокарманы для маслоудержания на стенке цилиндра, выжигает лазером примерно 60 микронов. А чтобы избежать приваривания металла на стенке после прохода лазером, делают ханингование брусками. Лазерный луч буквально за 15 секунд прожигает один цилиндр.
входит внутрь цилиндра и по кругу обходит весь цилиндр. Лазерное структурирование делается на мощных двигателях, сделанных из твердой стали, чугуна, то есть на дизельных двигателях. То есть, друзья, казалось бы, что там сложного, цилиндр и цилиндр, но такая деталь, как поверхность цилиндра, не такая уж и простая. И она не должна быть идеально гладкой, должна быть штриховкой на поверхности цилиндра для удержания масла или смазки, чтобы гарантировать надлежащую смазку и кольцевое уплотнение поршней в цилиндрах. Гладкая зеркальная стенка цилиндра может вызвать задиры поршневых колец и цилиндров. Также, кстати, на тормозных дисках и маховиках используется ханингование штриховкой. Поэтому никогда нельзя недооценивать то или иное изделие, созданное человеком, ведь за ним может стоять сотни потраченных дней экспериментов. В итоге результат, полученный опытом и методом многочисленных ошибок. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх, а с вами были интересные факты.